Так, сумочки. Совершенно новая сумка. Вот такой фирмы. Совершенно новая, прям вот совершенно. Совершенно новая. Вот упаковка ремешка. Здесь тоже. Такая сумочка. Сумка Луи Витон. Вот с такими карабинчиками. Здесь сумка. Кармашек. Вот здесь тоже эмблемка. Здесь 250 рублей. Большой рюкзачок, очень маленький, кожаный, на замочках есть такие кармашки, снизу тоже подстегивается. Стоит такая сумка 450 рублей. А, вернее, рюкзачок. Такой симпатичный. Вот такая вот кожаная, на кнопочку. Вот такой фирмы. Вот такая симпатичная сумка. Кожаная. Кармашки сбоку. Сейчас в стоимость посмотрим. 600 рублей. Здесь тоже кармашек на кнопочке. Да. Сумочка можно быстренько поставить? Да, конечно. Вот такая вот сумочка. Это, скорее всего, для документов. Стоит она 100 рублей. На цепочке большого-большого размера. Так, что внутри? Внутри она стоит 1000 рублей. Маленькая сумочка через плечо, плащевка. Симона какая-то. Стоит 400 рублей. С одним кармашком и просто отделение. Такая вот сумочка. Гуччи. Кармашек. Она кожаная. Так, внутри подклад. Цветной. Стоит 100 рублей. У нее поношенные ручки. Не новая. А здесь она прям классная. Вот такая симпатичная. С таким бантом. Кожзам. Так, посмотрим, что внутри. Так, 700 рублей стоит. Большая, огромная. Вот такая сумка. С такими вот амбасами. С карманом. Все работает. Подклад тоже. Итак, 700 рублей. Вот такие ручки у меня. Так, симпатичная сумка. Нарядная сумка. С таким сердечком. И глазочки. Вот такой подклад. Стоит такая сумка 700 рублей. Здесь кармашки. Ножик нет. Такая лаковая. Симпатичная. Такая маленькая сумочка. На веревочке. 300 рублей.
такая симпатичная сумочка. Вот такая. На вид кожаная. Такая с замочком. Что внутри? Внутри очень много всяких отделений. Стоит она 700 рублей. Карабинчик. Видимо, ничего-то, но нету. Чтобы пристегивать на этот карабинчик. Красненькая сумочка. На длинном ремне. На вид совершенно новая. 700 рублей. Вот такая симпатичная сумка. Я туда не доберусь. Она как тряпичная. Такая большая сумка. Не знаю, какой цвет, зеленый. В общем, не знаю, зеленоватая. Очень большая. 300 рублей стоит. Объемная. Здесь потертости. Все. Такая вот сумка. Семьсот пятьдесят рублей. Обычно. Вот такая. Стоит такая сумочка 500 рублей на большом ремне. Вот такая большая сумка, очень большая, объем очень большой. 1300. Ну, очень большая. Вот такая. Какими-то лепесточками. Здесь деревянные. Они даже свинья. Шарики такие. Так, посмотрим, что внутри. Стоит 700 рублей. Вот такая. На любителя. Следующая, тоже большая, мешок. Так, стоит она 300 рублей. Тоже большая, очень большая. Еще одна сумка. Сделана она тоже заменительной кожи. Такой подклад. Лишь написано. Смешно. 800 рублей. На вид новенькая. Вот такая сумочка на лето. Сделана. Она сделана с соломки, что ли, непонятно. То ли тряпочная, то ли соломенная. Такая вот. Сколько она стоит? На 300 рублей. Вот такой клатч. Он сделан из, он как тряпочный, сделан под кожу как будто бы, на цепочке. Довольно-таки симпатичный клатч. Что внутри? 350 рублей. Такая вот симпатичная сумочка. Лаковая. Стоит 1000 рублей. Такая вот. Сделана как будто бы кожа, но, наверное, не кожа. Нет, не кожа. 250 рублей. На длинном ремне только. Такая на желтеньком ремне. Симона. 190 рублей Симона.
сумка, портфель Маэстро. Такой не очень новый. $850, много отделений. Такая. Большого размера, просто огромного. 1200. Такой рюкзак. На вид мягкий. Так. Внутри. Стоит 1200. Вот такой вот маленький большой рюкзачок. Такая тоже летняя сумочка. Симпатичная. 400. Тряпочная. Вот большая сумка. Но уже внимание на нее обращать, она старенькая. Уже старенькая. 750 все равно стоит. Не знаю, что это за фирма. Ну, какая-то фирма. На этом все. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Подписывайтесь на канал. Не забывайте жать на колокольчик. Пока-пока.